Сегодня в павильоне, который расположен в торговом центре «Море Молл», еще продолжается монтаж, но журналистам уже показали несколько экспонатов выставки. Это и роботы, и последние достижения в робототехнике. В частности, уникальные 3D-очки, робот, который с легкостью может стать партнером по игре в настольный теннис, а вот этот малыш реагирует на ласковые прикосновения, машет хвостом и урчит. В бале роботов примут участие более 30 образцов достижений в робототехнике со всего мира. А хедлайнером выбран Теспиан. Английский робот-гуманоид считается одним из самых современных и эмоциональных роботов в мире. Теспиан умеет общаться, копировать жесты, петь, танцевать, плакать и легко может рассмешить публику. Теспиан, какое сегодня число? Вы очень часто встаете сейчас? 8.08.2014. Мне нужно время на обработку аудиопотока. Я не туплю. Более того, робот Теспиан даже может читать Шекспира, благодаря чему неоднократно играл в современных театральных постановках. И это еще не все, что ждет гостей выставки. Это не только выставка, у нас еще есть большая образовательная часть. У нас работает роболаборатория, где специалисты, инженеры будут рассказывать всем желающим о тех нюансах, которые существуют при проектировании роботов, при их, так скажем, производстве. Бал роботов стартует в Сочи завтра и продолжит свою работу ровно месяц. Добавлю, что в Сочи выставка приехала из Москвы. Там ее посетили более 150 тысяч человек.